Разве это пресс? Вот это пресс. 1xBet. Делай ставки и побеждай. Покажи всем, что такое настоящий пресс. Эффект 1xBet. Зашел, поставил, победил. Так его тащить. Надо удалить стрелу. А просто вытащить? Нет, наконечник разорвет ткани и может отделиться. Его надо вырезать. Но они здесь, они нападут в любой момент. Рядом с подключичной артерией. Приносить его нельзя. Оставаться здесь тоже. Можно обломить стрелу. Так, она не сдвинется при движении, но все равно рискованно. Ломайте. Нет. Держи его крепко. Стой, осторожно. Давай. Держи его. Одним лучником меньше. Роуэн расставит их у каждого входа. Иди за остальными, скажи, что мы нашли поселенцев. Тома сказал вход на другой стороне склона. Наблюдай. Убей любого, кто попытается уйти. Помоги мне его затащить. Тише. Сюда. Сюда! Давай! Иди, мы справимся. Ты уверена, что на наконечнике стрелы поразит? Не надо! Мне нужно добраться до раны. Я режу ткань. Осторожно! Ему больно! Пойди вскипяти воду. Может, Роуэн оставила запасы, повязки, лекарства, все, что может помочь. Хочешь, чтобы я ушла? Я хочу спасти ему жизнь. Но одна я не справлюсь. Ладно. Свежие следы сзади ведут на север. Кто это там с тобой, Эзра? На наконечнике был паразит, да? Я не думаю. Личинка развивается на межклеточном уровне. Райдеры носят их с собой. Сейчас главное достать его и остановить кровотечение. Если наконечник заражен, тебе лучше не прикасаться. Придется рискнуть. Нет. Мы живем по одному правилу, никаких исключений. Что за правило? Ты его ввела. Одно правило, которое нарушать нельзя. Никто не становится скинрайдером. Это нечестно по отношению к зараженному и небезопасно для общины. Кайли подумала, что я тебя убью. Таково правило. Если я заражен, тебе придется. Есть кто-нибудь поблизости? Братья, сестры, Сайлас нас предал. Вы должны прийти ко мне. Ответьте. Ему как-то помочь.
Паразит захватил весь организм. Даже искры не смогут его исцелить. Зачем паразиту убивать его? Он что, не понимает, если Сайлос умрет, то и он тоже? Паразит готов пойти на эту жертву, чтобы не дать Сайлосу рассказать, где скрыт прародитель. Он хочет его заткнуть? Он же в коме, все равно говорить не может. Не голосом, но Сайлос может говорить. Как? Я могу ввести его в фазу сна и там соединить твой разум с его. Соединить разум? Так, ты сможешь его спросить о прародителе. Но Джакс брал тебя с собой к нему. Ты должен знать, где он, и спрашивать не надо. Я был отключен на время пути. Я знаю, что это пещера, но не знаю, где она. Насколько это рискованно? Объединять наш разум. Для тебя аневризм, инсульт, слепота, паралич. Ни за что. Но это маловероятно. Нет, Абрам, не делай этого. 10% примерно. Сайлос пришел, чтобы передать эту информацию. Он пытается искупить вину. Его совесть меня не волнует. Я боюсь за тебя. Я тоже пытаюсь искупить вину. Это не ты заразил их вирусом. Это был другой Абрам. И только потому, что обелиск ему приказал. Я должен это сделать. Опять обелиск нашептывает? Нет, я сам. Что делать? Что так долго? Ты сказал, как погаснет свет? Это было 10 минут назад. Я пришла. В чем дело? Мы уходим сегодня. Все, кто не примет вирус, отправятся на север. Почему? Искры еще не создали вирус. Роуэн хочет уйти до этого. Она не главная. Еще рано уходить, мои родители не готовы. Они не идут с нами. Ливай так сказал. Твоя мама остается, чтобы заботиться о тех, кто примет вирус. Мама не хочет связываться с вирусом, и папа тоже. Я говорю, что слышал. Но тебе оставаться не обязательно. Ты должна пойти с нами, здесь опасно. За стенами тоже опасно. Я буду тебя защищать. Ты серьезно? Роуэн говорит, новой общине нужны лучники. Мы могли бы стать ими, мы оба. Я не оставлю родителей, Нико. Я не могу. Не ради тебя, не ради любого другого друга. Да. Глупая была идея. Забудь. Так это правда? Мы остаемся? Но вирус принимать не станем. Будем просто наблюдать за остальными. Я медсестра. Если возникнут проблемы, я, возможно, помогу. Но ты сказала, что вирус опасен. Я сказала, возможно. Мы будем осторожны. И присоединимся к Джаксу и остальным позже. Как? Мы не скажем, куда пойдем, если скинрайдеры узнают, нам конец. Выберем место встречи заранее и подадим вам сигнал. Вы подвергаете себя и Кайли риску. Столовую превратим в карантинную зону. Те, кто примет вирус, останутся здесь. А ты будешь ходить в эту зону и лечить их? В защитном костюме, да. Они сами сделали свой выбор. Не понимаю, почему ты должна так рисковать ради них? Потому что они наша семья, Джакс. А сколько здесь детей? Мы не можем бросить этих людей. А как насчет остальных? Тех, кто достаточно умен, чтобы не глотать этот вирус. Там, за этими стенами, нам нужен лидер. Им можешь стать ты. Никто не смотрит на меня так, как на вас двоих. Они не станут ждать. Роуэн не терпится убраться отсюда. Вот пусть и ведет их. Она молода и неопытна. Это плохая идея. Да, однако оставаться тоже плохая идея, но мы остаемся. Эй, ты не обязан. Я своих не бросаю. Особенно друзей. Иди внутрь. Один ты все ходы не прикроешь. И я стреляю лучше. Неужели? Да, если ты стреляешь так же, как в прошлой жизни. Я знаю эти пещеры лучше. А ты нет.
Что ж, придется подкрепить слова делом, когда выберемся. Устроим соревнование лучников. Пеняй на себя. Как Николас? Мама пытается помочь. Почему ты улыбаешься? Ты назвала ее мамой. Но она ведет себя как мама. Нико заражен? Уверен, что Джакс заразил стрелу. Этот скинрайдер не Джакс. Уж ты-то знаешь лучше, чем кто-либо. В смысле? Он твой лучший друг. Джакс? О, ты этого не помнишь. Учитывая, сколько раз он пытался меня убить, он тоже ничего не помнит. Нет, он помнит, поэтому и пытается убить тебя. Они ненавидят всех, кто связан с их носителем. Если когда-то мы и были друзьями, он теперь совсем другой. Вы оба. Говоришь, знаешь эти пещеры? Расскажи обо всех входах. Почти. Все. Достало. И что теперь? Просто зашьешь меня? Нет, так заживет быстрее. Рана должна подсохнуть. Отлично, никаких иголок. Я только за. Но придется сначала промыть. Это хуже, чем иглы. Правда. Делай, что должна. Значит, отказался от бредовой идеи, что я должна тебя убить. Мы промоем рану. Если заметим инфекцию, ты сделаешь то, что должна. Почему они не нападают? Мы на возвышенности. И их не так много. Скорее ждут подкрепления или темноты. Или и того, и другого. Уже приходилось стрелять в человека? Не по мишени, а в живого. Чтобы не просто ранить, а убить. Нет. Но я смогу. Уверена? Подумай о том, что говоришь, Кайли. Каждый скинрайдер жил в твоем поселении и был когда-то другом. Я должен знать, что ты выстрелишь без колебаний. Нас этому учили. Это моя работа. Идем со мной. Как он? Более утоляющие не помешало бы. Идти сможет? Нет. Мы не можем больше ждать. Есть тропа к северному склону. Там мы пройдем. И пойдем куда? В поселение. Но другим путем. По той дороге нас ждет армия скинрайдеров. Или я проведу вас вдоль реки. Вряд ли они там пойдут. Этот путь намного дольше. Но мы же хотели остаться здесь. Дать Роуэну и остальным время уйти. Хотели. Но Николасу нужны искры. А мне нужно, чтобы вы обе были в безопасности. Надеюсь, ты не предлагаешь нам уйти, а тебе остаться. Лин. Это не обсуждается. Я не хочу потерять Кайли снова. И тебя. Подумай об этом стратегически, Лин. То есть как солдат? Потому что это не я. Я в первую очередь мать и жена. Когда скинрайдеры нападут, это уже будет неважно. Нет, ты должен пойти с нами. Я смогу их задержать, пока вы уйдете подальше. Когда они нападут, один я сбегу быстрее. Это единственный шанс выжить, нам всем. В прошлый раз так и произошло. Ты не пошел с нами и... Мне нужно, чтобы ты защитила маму и Николаса. Я прошу, потому что знаю, ты можешь. Мы дали Роуэн достаточно времени, надо уходить вместе. С Роуэн много детей. Мы должны выиграть для нее максимум времени. Ты не сдержишь их в одиночку. Пора идти. Говоришь, что любишь мою дочь? Докажи. Показывай дорогу, Кайли.
Если с тобой что-то случится, она тебя никогда не простит. А ты? Я себя никогда не прощу. Это плохая идея. Вполне вероятно. Закрой глаза и не двигайся. Я пел в церковном хоре. Исполнял сольную партию здесь. Мне было 7. Когда сердце заполняет волнение и тьма, когда печаль переполняет душу, Господь, освети меня лучом милосердия. Сними мой груз, излечи меня. Забавно, какие вещи запоминаются. Ты просто личность, которую дрон прислал, чтобы я не скучал? Нет. Наш разум соединен. Значит, настоящий Абрам. Что ж, добро пожаловать в мою церковь. Подумал, раз уж помираю, так лучше здесь. Вдруг это повысит мои шансы. Ты больше не придешь в сознание, Сайлас. Дрон говорит, тебе осталось пара часов. Максимум. Часов? Жуткий диагноз. В таком случае шоколадный шейк, ребрышки барбекю, макароны с сыром. Даже в последней трапезе мне отказано. Мой мозг меня подвел. Я бы с тобой поделился. Всем, кроме макарон с сыром. Сайлас, я пришел спросить тебя... Про родители. Идти надо на запад. Примерно 20 миль. Я могу нарисовать карту. Спасибо. Не благодари меня. Я не заслуживаю благодарности. Почему мы должны его уничтожить? Потому что он ни за что не позволит людям жить. На нас у него иные планы. Говоришь так, словно он живой. Нервная система. А индивидуальные паразиты — ее отростки. Вот почему они могут общаться на расстоянии. Они соединены через прародителя. Да, но не думай, что прародитель — это некая вещательная станция. Это скорее источник энергии, силы, знаний. Если уничтожим его, скинрайдеры умрут. Тебя беспокоит судьба кучки скинрайдеров? Ты совсем не понимаешь силу прародителя. В его памяти миллионы погибших людей. Уничтожишь его... Уничтожишь их всех. Смахивает на геноцид. Я видел его сердце, Абрам. Поверь мне. Человечеству не выжить, пока он существует. Стой. Этот выход. Томас о нем знал? Конечно. А что? Если он стал скинрайдером... Они тоже о нем знают. Как неосторожно. А если бы он тебя убил? Его надо было выманить. Он бы не стал тратить заряды на раненого. Откуда ты знаешь? Ты даже не знал, здесь ли он и как вооружен. Мы рискнули. И нам повезло. Ты также заставил нашу дочь убить человека. Чтобы спасти нас.
как? Его звали Иан. Он был одним из учителей. Он был добрым. Он был пленником, Кайли. Он бы сказал тебе спасибо. Нам надо идти. Не попадайтесь на глаза, избегайте тропинок и не останавливайтесь, пока не доберетесь. Я понимаю, почему ты остаешься. Но мне все равно это не нравится. Сюда нельзя, юная леди. Они все там? Они приняли вирус час назад. Теперь надо ждать и молиться. Почему не протестировали на небольшой группе людей? Они верят обелиску. И они боятся. А ты нет? Я в ужасе. Твой дядя Сайлас там, и я не знаю, как ему помочь. И боюсь, что то, что произошло с ним, случится с теми, кого я люблю больше всего. Ты этого не допустишь. Идем со мной. Хочу тебе кое-что показать. Садись. И готовься упасть в обморок от счастья. Надоело, что ты все время берешь мой. Ты серьезно? О, даже лучше, чем твой. Я знаю. И уже начинаю сомневаться. Нет. Если я правильно помню, ты кое-что сказала недавно. Что же это было? Ах да, что ты стреляешь лучше меня. В любое время, в любом месте. Ладно. Что, сейчас? Так поздно? Во дворе пусто. Твоя мама с больными. Или что, коленки дрожат? Ладно, старичок. И не забудь ведро. Зачем? Для цели? Нет. Собирать твои слезы позора. А, ладно, болтушка, идем. Приготовься к унижению. Ты в порядке? Нормально. Твой отец иногда бывает твердолобым, раздражительно упрямым. Но он пытается нас защитить. И поэтому он прав? Ты считаешь, идти на верную смерть — это благородно? Он бросил нас. В последний раз ты точно не была этому рада. Значит, надо плыть, чтобы попасть туда. Логично, что прародителя спрятали там. Что будем делать с этим? Оружие состоит из трех частей. Два способа убийства, если один из них не сработает. Верхняя часть проникает в кристаллическую структуру, оказывая химическую реакцию на весь организм. Но это не лучший способ. Почему нет? Образуется газ, смертельный для человека. Вы умрете. Да. Ладно. Этот способ вычеркиваем. Еще варианты? Нижняя часть тоже поражает прародителя, разрушая ионные связи изнутри. Безвредный для вас, но трудно выполнимо. Почему? Потому что нужна средняя часть, которая помещает прародителя частичку человека. Как я сделал Сайлоса. В церкви. Именно. Ладно. И что произойдет, если мы это провернем? Найдет оружие внутри прародителя. Это как документалка о кислоте. Ты что-нибудь понял? Не совсем. Не могу понять, почему именно человеческая личность должна это сделать. Второе оружие должно активироваться внутри прародителя. Но личность нематериальна. Как она активирует оружие? Это легко сделать.
Найти личность – проблема. Почему? Прародитель досконально изучил и знает память каждого скинрайдера в этом мире. Шансы невелики. Найти конкретное место внутри этой вселенной без проводника невозможно. Проводника? Сайлас. Вот почему нам без него не справиться. Он должен быть нашим проводником. Но Сайлас при смерти. Да, верно. Нам нужен его кристалл. Все может закончиться мирно, Эзра. Мои 10 лучников на позиции, Джакс. Лучше не подходи. Терпи. Это одна стрела, Эзра, не 10. Мы по очереди стреляем. Моя полетит следующей. Ты ужасный лжец. Думаю, кроме тебя там никого нет. Ну так высунь голову. Проверим. До вечера прибудет подкрепление, Эзра. Тебе же лучше, если мы договоримся прямо сейчас. Эти люди живут мирно. Оставь их в покое. Убийство моих братьев — это спокойно. Это самозащита! В прошлый раз я без проблем тебя убил. Этот будет не исключением. Надо было сдержать свое обещание Дункану. Он просил невозможное, Фина. Он просил освободить его. Он находится во власти паразита. Я могла бы это закончить. Только убив его. Он и хотел этого. Он умолял меня. Ты уверила его, что он приведет нас к прародителю. Теперь это не нужно, потому что мы сами все выяснили. А он страдает ни за что. Еще не поздно. Благодаря вживленному мною маячку, я знаю, где Дункан. Я не говорила тебе раньше, потому что это нанесло бы тебе моральный ущерб. Теперь вижу, что ты должна знать. Где он? На улице. Если хочешь сдержать обещание, Фина, это твой шанс. Лук, не твое оружие. Дункан сильнее и быстрее меня. В ближнем бою я проиграю. Возьми Абрама с собой. Я не буду рисковать его жизнью. И хватит с него уже смертей. Но идти одной безрассудно. Оставайся внутри. Запри дверь. Спасибо, брат. Стоять! Опусти лук, Фина. Мы это уже проходили. Ты меня не убьешь. Ты уже не Дункан. Ты украл его. И его я убью первым. Ты этого не сделаешь. Но все же, если... Ты не успеешь выстрелить меня до того, как я убегу. И твоя жертва будет напрасной.
Дай посмотрю. Там может быть инфекция. Нет. Значит, надо спешить. Со мной не получится. Мы тебя не оставим. Я сам доберусь. Нет, ты пойдешь с нами. Ты знаешь правила, Кай, все кончено. Это не пещера, Нико, мы сами устанавливаем правила. Я слабею, мы будем замедляться. Доберемся до долины, там больше деревьев, сможем идти медленнее. Вразуми ее, пожалуйста. Разделимся ради твоей безопасности. Нет, останемся вместе ради твоей. Скажи ему. Дай мне свой меч. Зачем? Иди вперед. Если я обращусь, то убью вас обеих. Мы доберемся раньше. Дважды за день. Я польщен. Или ты пришел помолиться? Если так, то замолви за меня словечко. Мы не можем уничтожить прародителя без тебя. Я сказал, где он. Этого мало. Ты должен помочь его уничтожить. Если ты не заметил, я сейчас немного не в состоянии. Кома и все такое. Нам нужен кто-то знакомый с организмом, чтобы провести нас. И как мне это сделать в своем полуживом состоянии? Сначала ты должен умереть. Я знаю, что ты не врач, Абрам. Но ты должен понимать, что мертвец тебе не помощник. Мы заберем твой кристалл, поместим его в прародителя. И ты встретишь нас внутри. Это не сработает. Почему? Потому что кристалл — разум паразита, а не мой. Он вам не поможет. Он сделает все возможное, чтобы вас остановить. Но желтая сказала... Желтая не знает, о чем говорит. Я знаю этого паразита. Вам не нужна ни его помощь, ни моя. Зачем ты подметаешь? Потому что пол грязный. Это плод твоего воображения. То есть у меня грязные мысли? Нет, у тебя душа болит. И подметание пола — не решение. Я забыл. В первой жизни ты был мозгоправом. Каково же решение? Мне прилечь? А маме рассказать? У меня есть пара вопросов о твоей маме, но сейчас не время. Ты здесь, потому что тебя поглотила вина, Сайлас. Все твои действия в качестве скинрайдера давят на тебя. Не анализируй меня. Я дал тебе, что ты хотел. Больше ничем не могу помочь. Ты молишься. Так что ты либо человек веры, либо пытаешься им быть. Покаяние. Это акт веры. Надо делать, а не просить о прощении. Не трогай меня! Просто держи дистанцию. Он думает, что защищает тебя. Ведет себя как идиот. Он тебя когда-нибудь обижал? Николас? Нет, он хороший. Хороший? Высокая оценка для того, с кем у вас будет свадьба. Начинается. Что? Речь о том, что я слишком молода для брака, слишком молода для таких обязательств. А сколько тебе лет? Странно спрашивать такое у собственной дочери, но я не знаю. Мне 17. Почти. В таком случае, да. Ты слишком молода для брака и обязательств. Нико знала, что ты так и скажешь. А ты думала, я не скажу? Что бы сказала предыдущая я, будь она здесь? Она знала тебя лучше меня. Она знала и Николаса. Она бы сказала что-то другое?
Мама была моим лучшим другом. Она бы сказала, наверное, многое. И я бы, наверное, послушала. Ты с ума сошел? Это не ответ, Джакс. Да, а что тогда? Сломаем обелиск, останемся без силового поля. Они лгали нам. Сколько еще могил нам выкопать? Сколько еще детей мы должны похоронить? Всех их? Лин пытается. У нее не выходит. Они все умрут. У Синего есть идея. Точно, у Синего. Дрона, которому можно доверять. Он же так милостив. Мы должны его выслушать. Да им плевать. Эзра, им всегда было плевать. И на Алтею, и на тебя, и на людей, которые здесь умирают. Ты не должен сдаваться, Джакс. Я. Это они сдались. Он прав, что мы все умрем. Я не знаю. Мама заболеет? Эй, твоя мама осторожна. Я доверяю ей больше всех. Она всегда делает так, как для нас лучше. И больше всего она заботится о нас с тобой. Особенно о тебе. Движутся в сторону пещер. Нужно остановить их. Твой папа хотел бы, чтобы мы шли дальше. Он может о себе позаботиться. Наверху только один лучник. Найди ход сбоку, я зайду с тыла. Я отнесу тебя к предку, брат. Ты погиб не напрасно. Следы, уходящие на север, от поселенцев. Большая группа. Эти свежие. Значит, они убили нашего брата. Я разберусь с ними. Вы займитесь тем, кто внутри. Потом идите за ними и захватите, сколько сможете. Остальных убейте. Я не могу. Мы далеко от поселения, нужно что-то делать. И мы сделаем. Нужно отнести искры к озеру. Зачем? Искры используют органику в воде, чтобы создать лекарство от вируса. Вирус, который они же создали. Джакс. Почему они не сделали лекарство сразу, до смерти дюжины человек? Они только сейчас отыскали решение. И даже сейчас они предлагают лишь малый шанс на успех. Рядом с озером скинрайдеры. Миссия не без риска. Если это поможет спасти других, Лен, то мы должны это сделать. Есть еще кое-что. Мои сенсоры обнаружили следы вируса вне карантинной зоны. Это место скоро станет небезопасно для вас четверых. Я пойду прямо сейчас и отнесу искры к озеру.
а потом приду на место встречи. Не стоит идти самому. Нет. У тебя семья. Увидимся через пару часов. Все будет хорошо. Ты не подумала? Пойти в поселение и вернуться с искрами будет быстрее, чем тащить меня туда. Кайли тебя не оставит. А я не оставлю ее. Ты знаешь, я был прав. Ты не такая, как Лин. Она бы меня убила. Завяжи в узел, если сил хватит. Я бы все отдала за грузовик. С обогревателем. И хорошей радиостанцией. И чтобы она играла? Гранж 90-х? Это группа? Это жанр. Был до тебя. Да и до меня тоже. Но все равно хороший. Я не помню музыки, кроме той, что ты мне пела. Я никогда особо не умела петь. А мне нравилось. Стоило убить моего человека, пока у тебя был шанс. Стой! Нико? Мой носитель очень тебя любит, человек. Мне не нравится отвлекаться. Он должен знать, теперь я главный. Не трогай мою дочь! Где Роуэн? Она отправила меня. Я просканирую, проверю, нет ли в вас вируса, и отведу в лагерь. Джакс пришел? Кроме вас никого. Мы подождем его. Я должен отвезти вас и срочно. Мы подождем Джакса. Все, я сообщаю им. Дай еще полчаса. Прошло три. Роуэн пошлет за нами поисковую группу. Хочешь подвергнуть их опасности? И свою семью тоже?
Идите с Николасом, я догоню. Что? Нет. Ты не знаешь, где лагерь? Я снова подам сигнал. Николас вернется за мной и Джаксом. Нет. Мы останемся вместе. Джаксу может быть нужна помощь, Кайли. Людям в поселении нужно лекарство. Они сделали выбор, мы и так дали им достаточно. Мам, скажи ему. Эзра, пожалуйста. Там еще остались дети, Лин. Мы не можем оставить Джакса, мы ему многим обязаны. Я люблю вас обеих. Слушай меня. Мы будем вместе. Ясно? Я буду сильной. И ты тоже должна. Мы будем помогать друг другу, пока папа не вернется, ладно? Ему не стоило идти. Он пытается помочь людям. А теперь помоги мне. Ты сможешь? Вы, люди, не знаете своего места. Но ваши тела сильны. Посмотрим, насколько! Нет! Джакс, ты меня слышишь? Говори. Сайлас предал нас. Они уничтожат предка. Нет, если мы уничтожим их первыми. Мне сказали, что ты хотел меня видеть. Что ты поменял отношение? Это и есть покаяние? Изменение отношения? У тебя нет об этом воспоминаний, но в поселении мы дружили, прежде чем я все разрушил. Мы оба все разрушили. Тогда сделаем все правильно. Возьми кристалл после моей смерти. Поставь его в оружие. Тогда внутри буду я, а не паразит. Не уверен, что понимаю все это. Я знаю, что я должен сделать. Я прошу сделать ради меня две вещи. Все, что угодно. Найди в сердце прощение для старого друга. И скажи моему брату, что я люблю его. Я уже простил тебя, Сайлас. Тогда начнем. Думаю, я первый. Он мертв. Он сказал что-то. Это то, чего он не сказал. Мы не были выбраны случайно, Фина. Ты, я, Эзра. Все мы с этим связаны. Поэтому нас сюда и отправили.
и есть то, что мы должны сделать. На русский язык сериал переведен и озвучен Байбако ТВ.